У любителей пошутить есть повод разыграть кого-то не только 1 апреля. 8 ноября, начиная с 2001 года, отмечается Международный день КВН. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1961 году, на телевизионных экранах зрители увидели первую игру клуба веселых и находчивых. Об этом движении в городе Семи Лиственниц в своем сюжете расскажет Альмира Новоселова. Вадиму Софийцеву 12 лет. Несмотря на свой юный возраст, он участвует в школе КВН «Семь лиственниц» уже во второй раз. Решил не упускать такой возможности, ведь первый опыт дал свои плоды. Все начиналось именно, когда мы выступили. После этого я начал чувствовать себя более уверенно в любой компании. Вот именно, где раньше шутили, я не мог к ним подойти там пошутить, а вот теперь я могу. Вероника Кривопалова впервые пробует себя в роли комика. Девушка отмечает, что смотреть готовые юмористические выступления – одно дело, и совсем другое – суметь рассмешить зрителя. Команды собрались и сочиняли шутки. Это на самом деле сложно очень. Мы за час придумали всего 4 шутки. Вот, я не представляю, как они такие номера пишут. Нам это как бы тяжело далось. Всего в школе КВН «Семь лиственниц» приняли участие 6 команд. Всех участников объединяет одно – юмор. Играет основную роль. Без шуток никуда. Если шутишь, настроение хорошее, не шутишь – нет настроения. Школа КВН «Семь лиственниц» проходила на протяжении 3 дней на платформе Zoom с чемпионами лиги КВН Родионом Коковым и Русланом Шишкиным. В течение 3 дней ребята готовили свои выступления. Сначала прошли они теоретическую часть, разминку. Затем сами готовили юмор и готовились к выступлениям. Предоставляли свои шутки экспертам, это редакторам. И обсуждали внутри команды вместе с редакторами. Таким образом у нас получилось общее выступление. Юмор – это тонкое искусство, которому нужно обучиться. Ребята весело провели выходные и научились шутить у опытных игроков клуба веселых и находчивых. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное».